Всем привет, друзья! С вами канал «Живой вопрос». Мы с вами находимся на выставке «Клинок», «Клинок новогодний». Сейчас у нас нулевой день, так называемый день заезда. День, когда все участники только-только заезжают, выставляются, готовят свои экспозиции для того, чтобы показать вам самые лучшие, самые интересные ножи на своих стендах. Я также приехал на эту выставку с компанией Saro, стенд номер 33, кстати, привез с собой первый прототип, скажем, самая-самая первая модель, концепт, можно даже так назвать, ножа GFM, это нож, который создан по моему эскизу, и при этом он станет первым ножом в линейке ножей от канала «Ножевой вопрос». Предлагаю вам, дорогие зрители, вместе со мной пройтись, прогуляться, посмотреть, кто где находится, посмотреть, как идет подготовка к началу выставки. И, возможно, вам будет интересно, ну и для кого-то это будет путеводителем. Конкретно с какими-то участниками мы пообщаемся уже завтра, когда народ здесь будет толпиться, участники будут в самом раше и выставятся самые интересные на своих стендах. Как только мы заходим на выставку, тут же у нас слева стенд Бруталики, стенд Южного Креста, стенд компании Златонож. Весьма интересные участники. А вон там, кстати, на входе тоже очень крутые ребята. К ним подойдем, наверное, в самом конце, они еще только выставляются. Там можно купить бусины и очень крутые изделия из кожи. Здесь справа артель Алексея Артемьева. Joker Knives, кстати, очень интересно. Ножи делают мастерская Седова, мастерская Семина. Делают очень интересные классические ножи. Вот там вот Burlax и Лес GT. Вот он в серой футболке стоит. Там очень крутые материалы для производства ножей. РК Легион. Ребята делают в Орсме. Очень классные, очень надежные ножи. Вот, ребята тут вот выставляются тоже. Это вот мы идем по центральному проходу. Здесь у нас Beaver Knife и URM Аника. Ребята приехали с Урала, покажут свои самые лучшие топоры. Вот у них прям кучка топоров. Но они, конечно же, их развесятся. Будет красиво, чин-чинно. Металлист, город Ворсма, Тихонов. Dagger Knives, псевдороссийские ножи, делаются в Китае, но чертовски харизматичные. Естественно, здесь пока никого нет. Кузница Коваль. Вот тут, кстати, интересно. Здесь у нас Кизляр Supreme, ножи с мужским характером. Тут вот их стенд будет завтра. Кроются, думаю, завтра здесь будет не пробиться. Их найти можно, кстати, по вот такому флагу здоровому. Тут же рядом находится Волчий век. Ребята делают очень крутые кастомные ножи с авторским травлением, с классными материалами. Дякшоп. Дякшоп — это очень крутые футболки, изделия из кожи, сумки, ножи. Сюда обязательно подходите. Здесь реально стоит оставить денег. Я, кстати, завтра буду тоже в футболке от компании Diag. Футболка с логотипом канала «Живой вопрос». Конечно же, рекомендую ребят. Попробовал их футболки в течение нескольких месяцев. Качество идеальное. Это то, что действительно стоит носить. Ножевая мастерская 7 ножей. Здесь же рядом с Kizler Supreme. Очень интересный ворсумский производитель, один из, скажем так, прогрессивных. Производит очень качественные ножи. С ним мы завтра пообщаемся. Кампо, ножи и пневматика. Здесь тоже интересно, у ребят есть очень много крутых тактических ножей. Они тут плакатик вывесили вот такой вот. Тест-профиль.
Кузнецов Виолуна. Козлов Кирилл здесь же будет тоже делать очень интересные ножи, скажем, на уровне почти ювелирном. Можно подобрать что-то маленькое, городское. Это такая фишка его ножей. Маленькие, компактные, очень удобные. Здесь же в самом, скажем так, конце, здесь империя ножей. Мистер Блейд, NC Custom, в общем, какая-то сборная солянка. Вот. Но, тем не менее, ножи этих брендов можно здесь будет купить. Средства заточки, Гриталон, Вилдхерт и ZT Hanks. ZT Hanks, кстати, это производитель таких авторских платочков, называемых хэнки, очень красивые. Сюда тоже рекомендую зайти обязательно. Это мы возвращаемся с самого дальнего края. Здесь же Александров. Человек, который своими ножами и топорами рубит гвозди, на самом деле, без шуток. Поэтому, если надо что-то надежное, долгоиграющее, так сказать, обязательно к Александрову загляните. Стенд номер 33. Дорогу. Стенд номер 33. Здесь у нас компания Saro Knives. Найти ребят можно. И меня, кстати, в том числе, будто я на этом стенде вот по вот такому здоровому красному грачу. Поэтому приходите обязательно. Большой ассортимент ножей будет. Сейчас ребята только выставляются. Также здесь будет прототип ножа от меня, созданный по моему эскизу. Соответственно, приходите, посмотрите. Тот самый нож GFM, который нашумел. Пройдем немножко дальше. Прямо рядом Saro Knives. Приютный Фомана. Занимаюсь делом. Вот сейчас скажу зрителям, чтобы никто сюда не приходил. Вот, и никто сюда не придет. Вот у них тут лидер Виталий. Ты? Я по острому краю хожу, как всегда. На очень самом деле. Льду. И он хрустит уже. На самом деле у этих товарищей. Фигни не скажет. У этих товарищей очень много крутых ножей, очень много оригиналов. Очень много оригиналов. Китайские ножи, именно не реплики, а какие-то уникальные китайские бренды. В общем, сюда обязательно стоит прийти. Нонгс, тот самый любимый, про который. Виталий грозит складным якутом, мне страшно на самом деле. Мы, Виталий, кстати, открыто про Нокс поговорим, я так думаю, на интервью. Ладно, пойдем дальше. Здесь чуть правее Red Dragon. Одежда Руси. Кузнецов Назарова. Три богатыря, ворсманские ножи, ножи Ястребова. Аймунд, атрибут вашего дома. Ну, практически мы обошли, можно сказать, всю выставку. Beaver Knife, это рядом. Тут до сих пор возят тележки. Beaver Knife рядом с ОРМ Аника. Кузнец Порошев, кузнец Акела, но у него мы потом отдельно возьмем интервью, русский Булат, Геба Ворсма. И зайдем еще в самое правое крыло, посмотрим, что здесь. Ну, здесь, как обычно, еда. Здесь можно справа сдобриться кофе.
ягодами, дичью, различной снедью. В общем, все достаточно компактно, но при всем при этом приехали, я считаю, самые интересные участники. Joker Knives, кстати, чуть-чуть поближе покажу. Уже как-то делал про него репортаж. Блин, что не люблю на клинке, так это свет. Он всегда здесь мерцает. Даже защита от мерцания не спасает, к сожалению. И вот такие вот штуки он еще делает авторские. Кстати, напротив Кизляр Суприм, стенд Туо Таун. Это отличные китайские ножи. Очень интересные. Не помню, рассказал про них или нет. Но если что, обязательно сюда заходите. Еще никак не найду. Здесь же должен быть стенд Ножияра. Мастерская Ножияр. Также туда зайдите. Очень красиво, очень классная работа. Такая вот выставка. Компактная, но при всем при этом красивая, интересная. По крайней мере, завтра будет еще красивее. Завтра приходите все. И напоминаю, загляните на стенд компании Saro. Стенд номер 33. Я там буду. Всем пока.